Книга «Открытым оком», второй том, вопрос 792, взаимоотношения. Можно ли просить прощения у человека, который не хочет тебя даже слушать? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иоанна 11:9. Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего». Притча 18:20. Озлобившийся брат неприступнее крепкого города, и ссоры, подобные запорам замка. В любом случае, если чувствуешь свою вину, то необходимо дать сигнал о готовности примириться лично или через кого-то.